Спасибо моему папе, которого никогда не было. Спасибо моей маме. Благодаря тебе половина зарплаты уходит психологу. Спасибо всем, кто спрашивает. Мой любимый вопрос. Когда родишь Еву? Что-то случилось? Боря родил сына. 5 лет нам пел, что он детей не хочет. О, козел. Сейчас все рожают. Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь. Роди это для себя. Ну, хочется как-то от любимого человека. Достала пахать за всех 24/7. Никакой личной жизни, понимаешь? Невероятно, что у вас при такой работе никакой личной жизни. У вас проблемы? Номер запишите. Ну, это вам слишком дорого обойдется. Ну, я бы по такому случаю бы взял кредит. Берите тогда уж лучше ипотеку, не прогадайте. Видите, Ева, личная жизнь-то налаживается. У вас сколько детей? А вы хотите сказать, часики текут, да? Почему меня так тянет на мудаков? Ненавижу сладкое.